Сегодня утром 4 работника комбината получили ожоги первой степени во время ремонта насоса для перекачки целлюлозы. При вскрытии устройства на мужчин под давлением вылилась горячая масса. Жидкость попала на открытые участки тела, в том числе и на лица. По предварительной версии, насос вышел из строя накануне ночью. Будет дана оценка мнению должностной медицинской организации законодательства об охране труда и промышленной безопасности. При наличии оснований прокуратуры района Троих пострадавших было принято решение отправить в республиканскую больницу имени Семашко города Улан-Удэ для консультации и осмотра специалистами. Один госпитализирован в Кабанскую ЦРБ. Сейчас состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Напомню, 2 года назад на предприятии погибли 5 сотрудников. Они вошли в помещение, наполненное сероводородом. Его концентрация превышала норму почти в 1000 раз. Трагедии можно было избежать при своевременном опорожнении очистных сооружений.